вот мы поднимаемся, уже начинаем подниматься. Мое любимое ущелье. Я 30 лет назад по этому ущелью приехал в Кириат-Арба. И вот сейчас раз в неделю здесь езжу. Очень красивое ущелье такое. На горе поселение. Это создавалось для наркоманов, но сейчас уже они уже все слезли с иголок и занимаются сельским хозяйством. Вон машины стоят уже, все. А так стояли только караванчики. И там их выводили из наркоты. А вот эта горка, мы на ней сидим часто. Вот. И там укрепление еще времен восстания Бар-Кохбы. Ну, Google вам в помощь, я не буду рассказывать. Вот. Это тоже вот эвкалипты цветут, обожаю. Я все время напоминаю, что каждая... О, блин, сожгли пшеницу. Арабию, наверное. Нифига себе. Ну, война. Алагер ком алагер. Что каждое деревце, что вы видите, кроме вот того кустарника, все это ручками посажено нашими, ручками израильтян за 70 лет. И вот это вот то, что называется зеленая черта, вы сейчас увидите прямо эту зеленую черту, потому что вот мы едем сейчас с востока на запад, то есть никаких поясов мы не пересекаем. А зеленая черта с космоса видится Израиль как вот до зеленой черты, то есть до границ 67-го года. Арабы садят только полезные деревья. Даже кустарник, вот сейчас мы пересечем, я сделаю следующий сертончик. Мы пересечем и сразу, это буквально сейчас еще 3 километра, пока я выключусь, блокпост проеду, вот, и покажу уже за зеленой чертой.